Как говорит моя мама, что легендарные одесситы рождаются раз в 100 лет. Леонид Утесов родился в 1895, а я родился в 1995. Поэтому, как говорит моя мама, что я следующий легендарный одессит. У меня по династии папы все моряки в семье. Хорошо, что меня не заставили быть моряком. Потому что все же я люблю петь, и музыка — это моё. Если вдруг я не пройду, ты же меня не просишь? Конечно, прошу. Блин, то есть по-любому надо пройти. Ради наших отношений. Да, пожалуйста. Неважно, пройдет он дальше или нет, это просто шанс еще раз доказать, что он талантливый артист.